Всем привет, друзья, и сегодня мне, короче, стучат там внизу, я уже устал это слышать. И, короче, здесь сундук, значит, разбирал, а там мне стучат. Сейчас, друзья, проверим, кто там мне уже достали уже стучать. Так, друзья, ну что ж, пошлите. Воу, черт, друзья, вы это слышите, вертолет, кажись, приземлился. Черт, так, давайте посмотрим, что там творится. Здесь все что-то подлагивает. Так, стоп. Мне кажется ли, это фонд ИСБ, друзья? Черт, а что им вообще здесь надо-то? Я же ничего такого не делал плохого. Офигеть, друзья, они здесь прилетели. Вот, наверное, на этом вертолете здесь. Здесь у машин какие-то. О, житель. Житель, скажи, зачем вы сюда вообще прилетели-то? А, это ты, Рось, да? Ну, я и что? Ты куда, житель? Что? Ну, это я и что? А, вы задержаны, все. Сейчас будем вызывать дальше фото себе. Чего? Стоп. Почему? Почему я задержан? Хоть можете мне спокойно, нормально сказать? Засекречено. Чего? Из-за чего засекречено? Ну-ка, отвечают сейчас на тебе. Давай, отвечай на. На погашение фонда. Да я вас засужу, вы у меня будете убивать, знаете кого? И тебе 153. А это вам не просто так, да с простой. Да о чем вы? Каких о носках? Вы что, больные что ли? Давайте нормально говорить, что творится здесь. Ладно, помните, вы убили, ну не убили, вызвали нас про СБ 00. Ой, какой 00? Помните СБ 096, да? Ну да, помню, и что здесь такого? Из-за этого то, что вы нас вызвали, надо зачистить эту деревню. Также вас, ваш канал удалить и, естественно, вас убрать, чтобы никто больше не знал. Стоп. Чего? Вы что, шутите? Да идите вы нафиг, на тебе. Черт, друзья, просто забегаем. Офигеть, друзья. Они реально хотят всю деревню зачистить. Прием, вызываем подмогу. Сейчас будем зачистить эту деревню. Сначала надо поймать Ратча. Быстрее, сейчас всю подмогу. Офигеть, друзья, черт, надо реально уходить, короче, отсюда. Черт, я уже заговариваюсь. Так, значит, берем медь, так, вот медь. Так, яблочки, так, ну давайте ж, беритесь быстрее. Черт, друзья, фух, все, давайте быстренько валим. Черт, друзья, стреляют по мне, черт. Воу, так, друзья, черт, здесь уже стреляют по мне. Фух, я даже не знаю, что, друзья, делать-то. Черт, вы слышите? Там ломится в дверь. Так, давайте, значит, раз, два, три. Черт, друзья, они реально там ломят всю дверь. Что за психи? Так, друзья, ломаем сундук. Сейчас, друзья, все, друзья, сломали. Так, берем сундук, эту лестницу. Так, вот так делаем, вот так все заставляем, все, друзья. Надеюсь, они не проникнут. Черт, ну надо все равно, друзья, куда-нибудь подальше убежать. Черт, друзья, да здесь. Черт, повсюду идти. И сибишеньки тупые. Так, аккуратно, так, тихо, прыгаем, бежим. Так. В этот грузовик просто, друзья. Так, ага, все открыто. Вот так, все. Все заводим, друзья. Поехали. Так, едем, друзья. Так, давайте к мэру надо, черт, они уже здесь, друзья. Так, высаживаемся, так, друзья, черт, заметили, вау, по мне стреляют, не, отстаньте от меня, тупые сибишники, вы меня просто так не уберете. Черт, друзья, здесь вообще лагает, это кошмарно, здесь все по мне стреляют. Черт, друзья, вот так лезем. Так, главное, чтобы меня не убили, друзья. Тем более, они хотят все мой канал удалить. Это вообще варварство какое-то. Черт, друзья, фух. Я еле-еле как дошел до чуда. Фух. Черт, вы... Мне кажется, ли там кто-то наверху? Ну-ка, давайте послушаем. Так. Ты видишь? А, стой, здесь люк. Давай сюда быстро. Открываем люк и все. Он, наверное, там. Вяжем его быстро. Черт, друзья, вы это слыхали? Черт, они сейчас сюда будут ломиться. Так, ну, что здесь есть? Щиты, да, есть. Изумрудные блоки, точно. Так, вот так берем, друзья, значит, вот сюда. Берем вот это.
Так, изумрудные блоки и просто вот так закрываемся. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Вот так. Так, закрываемся. Все, они теперь сюда точно не проберутся. А если проберутся, то я еще изумрудный блок поставлю. Черт, друзья, ну это вообще варварство. Достали уже. Теперь из Сибири какие-то приехали. Меня все хотят заложить, убить, мой канал удалить. Кстати, друзья, я заметил то, что ни одного жителя нету. Наверное, они уже их зачистили, поэтому надо валить, друзья. Вот так копаемся, копаемся просто. Черт, надо было так. Точно, друзья, я придумал. Я сейчас скрафчу кое-что. Так, ладно, я, наверное, остановлю камеру и включу тогда уже, когда все сделаю. Так, друзья, все, короче, я вот скрафтил, значит, верстак и вот палки. Ну, здесь чуть-чуть, естественно. Так, давайте сундук. Так, нам, значит, нужны алмазы, естественно. Ну, вы, наверное, уже догадались, что мне надо. Так, значит, крафтим кирку, друзья. Да, вот так, значит, делаем. Так, неправильно, конечно. Вот так, все, друзья. Теперь у нас есть алмазная кирка. Так, это можно забрать, друзья, все. Теперь просто выкопаемся. Да черт, я уже путаюсь, заговариваюсь, друзья, потому что мне очень страшно, а то сейчас реально меня сейчас найдут и все, и мне конец, короче. Так, ладно, но зато меня навряд ли они еще убьют, пусть еще до меня достанут, ну, как говорится. Черт, друзья, я реально уже заговариваюсь. Так, ладно, так, быстренько, 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 наверх, наверх. О, уже вижу. Уже вижу землю. Так, быстренько, быстренько. Так, здесь никого нету. Так. Фух. Фух, друзья, реально никого. Так, аккуратно, аккуратно, друзья. Так, вот так. Черт, здесь и сибишник. Здесь они. Они здесь, друзья. Черт, я как будто бандит здесь. Так, здесь, ага, здесь все чисто. Все, друзья, пробираемся, пробираемся. Так, все чисто. Так, куда бежать-то? Черт, друзья, да, ой. Кстати, о, я придумал, просто бежим. Бежим вот в этот дом, да, друзья. Надеюсь, они меня не найдут за это время. Черт, здесь дверь открыта. Если что, друзья, кого-нибудь киркой по голове и все. Все, друзья, короче, вот здесь спрячусь, надеюсь, они меня не найдут. Всем пока, друзья. Не забывайте подписываться на меня, ну и также ставить свои лайки. Ну а сегодня, друзья, я сбежал от ICB, ну я, естественно, не знаю точно, мало ли они еще, друзья, где-то там еще ищут меня. Да, друзья, это вообще жесть. Ладно, всем удачи, всем пока.